Нашли 325 килограммов копченой красной рыбы и 15 килограммов соленой икры. Подпольный цех по переработке лососи накрыли в Усть-Большерецком районе. Всю продукцию там хранили в антисанитарных условиях. По результатам проведенного осмотра в помещении находилось 325 килограммов копченой красной рыбы, предположительно нерки, а также 15 килограммов икры красной, соленой в пластиковой таре. Вся продукция находилась в недопустимых антисанитарных условиях. Грязный пол и стены, ржавые крюки для копчения рыбы. Ветеринарно-санитарных документов представлено не было. Также гражданин, перерабатывающий рыбопродукцию, пояснил, что сырье он приобретал без документов, подтверждающих законность вылова рыбы у неизвестных ему лиц. Уголовное дело уже возбуждено, вся продукция изъята и передана на хранение.